перед Новым годом дарит подарки. И мы хотим в этой семье, чтобы было счастье. Хотим новогодних чудес. Одно на двоих желание загадали Никита и Ярослав. Скоро Новый год. На Одинцовской земле процветает акция, очень знаменитая, фракция «Единая Россия. Елка желаний». Поэтому мы сегодня в гостях в Часовской администрации и поздравляли одну семью, у которых четверо ребятишек. Семья Лебедевых многодетная. В ней четверо малышей. Дед Мороз принес подарки каждому. Наборы постельного белья, сладости и, конечно же, праздничное настроение. Кстати, стать волшебником, хоть и ненадолго, может каждый. До конца декабря исполнить заветные желания юных жителей округа можно в местном отделении «Единой России» по адресу Одинцова, Можайское шоссе, дом 151. Екатерина Крамер, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».